Так, доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Что ж, мукбанг. Так, лаваш с мясом. Как он называется? Мясо, да? Тандырный лаваш, мясо, сыр, горчица, майонез, кетчуп, да? Мясо в желе, потом лопатка и сыр сливочный. Угу. Напишем потом. Удобно. Очень вкусно. Вот как говорить продавцу, какое ему печенье надо, да? Хочу сегодня опять ценники. Да я не тебя, я вообще говорю. Ценники хочу опять вставить в это видео. Смешные. Посмеетесь. Кальмар со вкусом краба. Очень интересно. А, наверное, знаешь как? Кальмар скушал краба, поэтому мясо как у краба. Кальмары же, они все хватают. У них щупальца такие, раз,
Ты в рот к себе. Чудовище какое-то. Спекло. Ужас какой-то. Да. Не знаю, почему так они написали. Да. Какая цена красная, если черными краской написано. Ужас какой-то. Мы поэтому эти ценники эти снимали. Ну, вот не все. Так я другое хочу уже вставить. Угу. Другие ценники. Да. Mm-hmm.
Оригинально. Оригинально говорю. Не говори. Ужас какой-то. Это так написать, чтобы это покупали. Потрясающе. Нет, не чтобы покупали. А чтобы продать. Ага. Съешь белого медведя и запьешь черным чаем. Да. Ужасно.
Кошмар. Ананас в ананасе. А это смешно. Два делаешь? Бублика два? Да, два. Эти мелкие, ароматные. Ой, хорошо, вкусненько. Сырым или с мясом, с чем ты хочешь? Сыром. Потому что что я больше не хочу. А с чем сыр? Сыр с чем? С майонезом? Можно без. Можно без. Есть же сырный майонез, правильно?
Угу. Ужас. Теперь в одну руку хлеб купил. Но. Все, я наелся. Давайте попробуем. Сладкий или нет? Да. Хороший совет. Да. Где гарантия, что они не обманывают? Как долго булка? Ужас. А есть еще женский. Это когда это без кавычек, знаешь, как смешно получается. Там кавычки вообще не нужны с этими словами. Я не знаю, как мне написать, что вам написать вообще. Ха-ха-ха.
Ну. А вне огорода кто? А вне огорода кто? Бараны, наверное. Ага. Ой. Еще чай. Чай, еще чай. Да. Ой. Ой. Сейчас я допью. Да, конечно. Это погорячее чаек. Жарище, да, очень жарко. Наверное, плюс 15, наверное, уже. Не знаю. Примерно. Не знаю. Вчера, например, было 12 градусов, сегодня 15. Что такое, ковры? Сосиска в полушубке. А вот не ковры. Ужас какой. Давай. Бананы за хвост не дергать. Thank you.
ужас. Откуда мне это взяли? Я не знаю. Перец чили, вырви глаз, оторви нос. Будешь инвалидом. Ага. Ну. Угу. А. Угу. Да. Грамотея. Ага. Точно. Угу. Если не умеешь по-русски писать, так пиши по-китайски. Угу. Ужас какой-то. Понравился сыр, да? Угу. Сыр понравился. На сливочный не похож, да. На сливочный должен быть вкус сливы. Угу. Да. Ты чё? Ужас какой-то. Кош. Нужно написать пчелиный мед, а они пишут пчелы мед. Ага. Пчелы. Угу.
пчелы, во-первых, они пчелы. У нас П и Ч пишутся вместе, а у них промежуток И между этими буквами. Угу, да. Пчелы. Если бы не мед, так и, да, и не догадаешься, что это такое. Угу. Да. Угу. А что, что ли, не делать? А, все. Все, ничего не надо. Покушали. Вообще там ни ветерка, ничего, да? Даже видишь, что стих. Все. Огромная благодарность, что посмотрели, послушали, покушали. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До свидания. Увидимся. Да. Нет, до свидания, до вечера.